Меня зовут Скударева Татьяна, я являюсь представителем Финалю Батл Мальдивы. И сегодня я вам расскажу про этот резорт. Если вы с ним уже знакомы, то вам будут интересны новости резорта. Если вы с ним не знакомы, то мы сейчас будем исправлять эту ошибку, эту оплошность, вот, потому что резорт очень достойный и очень классный, и он в своем сегменте лучший. Вот он просто лучший, потому что он универсальный. Мы, мне кажется, на этом резорте предусмотрели вообще абсолютно все для всех категорий туристов. Мы учли вообще все пожелания и предусмотрели все, что может понравиться там или не понравиться гостям. И это, конечно, метод проб и ошибок и богатый опыт. Итак, Финалю. Финалю у нас входит в группу Seaside. Seaside – это такая большая коллекция отелей. В основном есть у них резорты на Канарских островах. И в 20-м, вернее, в 19-м году они выкупили Финалю, а в 20-м Финалю открылся как абсолютно новый резорт, потому что была проведена огромная масштабнейшая трансформация острова. Переделывали все, все виллы, обратились в лондонскую дизайнерскую студию, они придумали нам интересный дизайн-калейдоскоп, буйство красок, форм. Это тот уникальный резорт, куда можно приехать в любую погоду, в непогоду тоже, и не заскучать от таких вот однообразных тонов, потому что очень много ярких пятен, и глазу всегда есть на чем остановиться. Да? Очень важно, что здесь можно всегда подснять контент. У нас приезжали гости, например, вернее, фам-трипы приезжали в непогоду, просто в лютую непогоду, в январе, когда, казалось бы, пик сезона хорошего, но вот им не повезло с погодой, и они тоже умудрились контент подснять. Вот, а этот резорт находится в атолле Ба. Ба-атолл известен тем, что он под охраной ЮНЕСКО, и здесь же у нас обитают скаты манта, потому что недалеко от нашего резорта, а именно в 30 минутах ходьбы на катере, находятся у нас, плавают скаты манта, они с нами с мая по ноябрь, поэтому сейчас еще есть шанс у гостей, которые хотят посмотреть, поплавать со скатами манты, с китовыми акулами, именно приехать на резорт и с ними поплавать. Вот, 30 минут лететь до нас на сиплейн. Полет недолгий, полет комфортный. В аэропорту у нас собственный брендированный лаунж в Финалю. И в лаунже есть душ. И это очень классный вариант для стыковочных рейсов, когда приходится лететь через Эмираты или через Оман, через, не знаю, кто-то летит Гольфами, да, через Бахрейн. В общем, можно принять душ, освежиться, и все зависит от того, сколько у вас будет время ожидания вашего внутреннего перелета. Если это не last-minute запрос, то, конечно, мы стараемся, чтобы гости проводили в лаунже минимум времени. Ну и те, кто задерживается в лаунже надолго, тоже не страдают, потому что лаунж очень комфортный, там и диванчики, и плетеные кресла, все в нашем стиле. Есть стол с закусками, с напитками, то есть мы кормим. Есть уголок для детей, есть открытая веранда, где можно покурить и посмотреть на сиплейны. В общем, тоже такой резорт начинается с лаунжа. Мы встречаем. И во всех резортах, конечно, мы встречаем гости, когда получают багаж, выходят из стеклянных дверей, обязательно они увидят представителя либо с табличкой с названием резорта, либо если вы нас попросите об этом, ну, некоторые гости любят индивидуальную такую встречу, мы, конечно, подготовим табличку с их фамилиями и тоже их встретим. Встречаем, оформляем на внутренний перелет, потом провожаем в Мерседес и отвозим в лаунж. Там они уже ждут свой внутренний перелет. Дальше 30 минут летят, приземляются, их встречает наша команда, дает вот эти вот знаменитые кокосики наши красивые с такой с гравировкой, ну, с выжженным логотипом. Вот, и сажают на багги, везут на виллу. Тоже чек-ин проходит на вилле. Прям сразу батлер готовит их, показывает им остров. Вот, все им рассказывает, как чем пользоваться. У нас там очень много QR-кодов, и потеряться на острове очень-очень сложно. И в ресторанах, и в спа, то есть там очень много информации. Плюс ко всему, батлер всегда в помощи, он дает свои контакты, WhatsApp-чат, и при помощи WhatsApp-чата
проходит ваша коммуникация. Что такое Финалю? Финалю, по сути, это 4 острова. Посмотрите, вот у нас коса. Коса – это наша визитная карточка. И она соединяет 4 острова. Главный остров, самый большой. Второй остров, на который можно дойти пешком минут за 10-15. Ну, неспешно. Да, я не говорю про московскую ходьбу. Вот, неспешно, окунаясь в лагуну, да, и продолжая свой путь. Минут 10-15, пожалуйста. Вот, либо доплыть на лодочке Дони, вот здесь от Arrival Jetty. Лодка курсирует между островами раз в 30 минут. На лодке, ну, я не знаю, ну, минут 5, например. Даже если гости любят ходить пешком, пускай они один раз хотя бы проплывут на лодке, потому что открывается безумно красивый вид на косу. Все сиплейны, которые у нас делают вынужденную остановку по пути в Мали, да, обратно, все отмечают невероятный цвет воды, косы, белоснежный песок. Это вот тот самый песок мука, за которым все на Мальдивы едут. Вот, это второй остров. На втором острове он обитаемый, там есть оборудованный пляж, там есть ресторан, который открыт на ланч, и есть бич-бабл номер с прозрачным куполом для проведения романтической ночи. Третий остров мы сейчас застраиваем. Не пугайтесь, мы его застраиваем, и мы в следующем году здесь открываем новый резорт под названием Дотхи. Он тоже будет входить в коллекцию Seaside, вот, но это будет резорт премиального уровня, то есть это будет фактически 6-звездочный резорт на Мальдивах. Вот, это всего 7 вилл, и стройка сейчас абсолютно никак не мешает гостям на главном острове. Гости на главном острове ее не видят. Они не видят краны, они не видят скелеты вилл, они не видят ни шума, не слышат, там нет никакой грязи. То есть абсолютно никак мы не мешаем отдыхать, потому что если бы мы мешали, мы бы закрылись, конечно же. Вот, вчера забыла разместить эту информацию в телеграм-канале, сегодня обязательно скину видео, потому что в момент, когда я была на острове, недели 3-4 назад, пришло сообщение от одного из наших агентов: Татьяна, когда вы уберете краны, гости жалуются, мешает, портится картинка, все мешает невероятно. Вот. А я находилась вот здесь, на Arrival Jetty. И, слава богу, я ей тут же в прямом эфире подсняла вот эту часть, что вообще ничего не видно. То есть гости, видимо, плыли, может быть, на круиз с дельфинами и проплывали как раз вот этот остров. Может быть, у них какой-то там большой зум. В общем, они все приблизили, сделали максимально страшную картинку и отправили своему агенту. Вот. Ну, не знаю, с какой целью. Может быть, с целью попросить дополнительных плюшек. Бывает и такое. Итак, про Дотхи я вам расскажу попозже. А сейчас остановимся на этом острове. Я не добавила, не успела сюда добавить шпаргалку. Шпаргалка есть в телеграм-канале. Даже в закрепленных сообщениях полистайте, найдете. Тут то же самое. Сторона лагуны, сторона океана. Сторона океана. Вот тут проходит риф. У нас есть стена рифа. Это та самая бездна, откуда выплывают черепахи. Вот. И, конечно же, самые популярные виллы на нашем рынке, они находятся на стороне лагуны. Это вот эти вот бич-виллы, бич-пул-виллы. И все виллы, которые смотрят на лагуну, они все популярны у нас. В принципе, водные виллы, которые смотрят на океан, популярны тоже. Но лагуна – это прям вот best of the best. Резорт открылся, как я уже сказала, в 2020 году. Он сразу вошел в коллекцию Design Hotels. Это первый дизайнерский резорт на Мальдивах. У нас здесь есть русскоговорящий персонал. И чем мы отличаемся от других резортов? Тем, что у нас есть вечерние представления. Это не команда аниматоров. В течение дня мы никого не трогаем, не вовлекаем, мы не поем песни у бассейна, мы не прыгаем, мы не делаем физические упражнения. Вот. То есть гости у нас отдыхают, как на люксовых резортах, самостоятельно, с комфортом. Но вечером у гостей есть возможность переключить, если они хотят, внимание, посмотреть короткую цирковую шоу-программу. Ребята из цирка у нас живут по полгода коллектива, они меняются. И каждый вечер они готовят разные-разные программы.
Поэтому гости, которым надоел отдых такой тихий, спокойный, они могут после ужина пройти в Beach Club, посмотреть программу. Если хотят, останутся дальше развлекаться, могут остаться на дискотеку до часа ночи, вот, а могут отправиться на виллы. Так как это все проходит вот здесь, на краю острова, то никому на виллах мы не доставляем никаких хлопот и неудобств. Так, 125 вилл. 91 находится на воде. Виллы все новенькие, все классные. Несмотря на то, что мы открылись в 2020 году, остров до сих пор чистенький, аккуратненький, в невероятно прекрасном состоянии. У нас есть такая молотилка, которая перерабатывает веточки, листики. Мы этими веточками, листиками отсыпаем дорожки. В общем, очень-очень приятный, классный остров. Остров натуральный, остров очень зеленый. И если вы хотите не ждать багги, а погулять самостоятельно, можно идти вдоль кромки воды под солнцем, а можно идти вот здесь, у нас такие две главные улицы, улочки, где деревья смыкаются арочкой, и совершенно без солнца, без боязни обгореть, вы можете вот здесь тоже гулять и пройтись. Вот эта часть острова, с которого начинается коса, и здесь у нас находится один из главных пляжей. Наш резорт еще хорош тем, что наши гости без пляжа никогда не остаются в случае непогоды. Как, например, сейчас у нас поднялась вода в лагуне очень сильно, у нас сильный прилив, вот, и гости пляжных вилл фактически остались сейчас без пляжа, но без пляжа у вилл, но пляж на косе в начале косы и на ближайшем острове, они у нас работают, поэтому гости без пляжа не остаются никогда. На пляже у нас находятся следующие категории вилл. Бич-виллы на хорошей стороне, на стороне лагуны. Бич-виллы, бич-пул-виллы и третья категория – интерконнектинг бич-пул-виллы. Это такой хороший вариант для тех, кто не проходит по бюджету на виллы с двумя спальнями, либо если они не в наличии, то есть мы их не можем подтвердить. Вот тогда я вам предлагаю рассмотреть вариант интерконнектинг вилл. Это виллы, которые соседние, и они смежные. Между ними находится калиточка. Вот, одна вилла с бассейном, другая без бассейна. Можно сдавать и так. А на стороне океана у нас находится private pool виллы. Видите, да? Private pool виллы. Даже в названии мы не включили слово beach, потому что это сторона океана и рифа. Поэтому рифовое дно и пляж с обломками кораллов. Вот. Если вам важен хороший пляж, хороший песок, вход в воду и купание, то выбирайте сторону лагуны. Двуспальные виллы у нас есть водные, есть пляжные. Пляжных вилл всего две, водных вилл семь. Вот так выглядят пляжные виллы односпальные. Это кровать king size и дополнительное место в нише. Оно рассчитано на взрослого человека. Тоже сегодня выложила подробный обзор стартовой категории пляжные виллы. Посмотрите, там все предельно ясно. Вот. И базовое размещение у нас 2 плюс 1. Комфортное базовое размещение 2 плюс 1. 2 плюс 2 мы вам тоже подтвердим. Не переживайте. Это гостиная в двуспальной вилле. Справа и слева находятся такие же спальни, как на обычных виллах. По интерьеру. Водные виллы. Водные виллы, ну, фактически три категории, потому что это лагун-виллы, которые на стороне лагуны, они без бассейна, но там лагуна. Средняя глубина метр, чистое дно, хорошее купание, рифа там нет. С этой стороны вот он риф, поэтому все виллы с бассейнами. Если снорклеры из лагун-вилл хотят поснорклить на рифе, они переходят вот здесь и дальше снорклят, пожалуйста. Потеряться невозможно, доплывают они до края рифа, видят эту стену, эту бездну, потому что вода здорово меняет цвет, они точно не промахнутся, вот, и могут снорклить. Самый интересный участок рифа в районе 223-й Ocean Pool Виллы. Но ребята из дайв-центра, в любом случае, если забудете эту информацию, обязательно подскажут. Здесь у нас на краю джетти находятся две флагманские виллы. Виллы Rockstar – это самые дорогие виллы на текущий момент. И в начале джетти, ближе к главному острову, находятся двуспальные виллы. Двуспальные виллы водные можно выбрать на стороне лагуны или на стороне океана. Они у нас идут по одной цене. Вот так выглядят водные виллы в трендовой бирюзе. То есть пляжные виллы, они такие больше зелененькие, а эти вот бирюзовые.
Это вилла Rockstar, на которой останавливаются все наши селебрити, которые к нам приезжали, и Ди Каприо, и Бекхэмы, Пэрис Хилтон, Прианка Чопра, Герман Ларкин, фотограф, который фотографировал семью Бекхэмов во время их свадьбы. Кто еще? Все наши знаменитости, в основном они тоже останавливаются здесь. Полина Аскерик, наша галеристка, она нас очень любит, она фактически наш амбассадор уже. Вот. Питание. Мы тоже работаем практически на всех планах питания. У нас нет только фуллбод. У нас есть завтрак, есть полупансион, есть all-inclusive стандарт и all-inclusive премиум. Тоже вооружитесь, пожалуйста, карандашами. Четыре момента, которые отличают эти два пакета. All-стандарт и all-премиум. Первый момент – это бренды напитков, конечно же. И там есть крепкий алкоголь, но они брендами отличаются. Я могу потом отправить ссылку, и вы посмотрите, какие куда входят, в какой пакет. Второй момент – мини-бар. В all-стандарт в мини-баре вам доступны только soft drinks, а в all-премиум доступен весь мини-бар и винный шкаф. Третий момент – это посещение ресторанов а-ля карт. В all-стандарт все рестораны а-ля карт вы можете посетить по одному разу бесплатно, второй раз с кредитом, а all-премиум – это неограниченное посещение ресторанов а-ля карт. Ну и четвертый момент – у нас есть такое кафе классное, Meal Club, чуть позже покажу. Так вот, это кафе входит в план питания all-премиум. А гости, которые выбирают полупансион, тоже не сильно страдают, потому что вода игристая у нас есть на завтрак абсолютно для всех планов питания. А на ужин мы предлагаем разную кухню. Каждый день недели у нас разная кухня. В зависимости от тематики вечера, которая заявлена на резорт. Если у нас проходит Болливуд, да, тема, то будет очень много блюд с карри. Индийская кухня. Если это ретро, то это итальянская такая вечеринка, итальянская кухня, соответственно. Если это арабская ночь, будет очень много блюд из кухни Северной Африки, блюд, приготовленных на гриле. Таким образом, мы знакомим гостей наших с разной кухней. Ну и гости приезжают к нам с разных уголков мира, поэтому каждому хочется какие-то свои традиционные блюда тоже попробовать. Вот, главный ресторан – это всегда шведский стол. Меняется вся шведская линия только на ужин, согласно тематике вечера. Рестораны а-ля карт. Есть ресторан Arabian Grill с кухней как раз Северной Африки. Здесь очень много блюд из мяса различного. Такая открытая кухня, и он небольшой, очень камерный, на таком интересном участке пляжа. Очень часто рядом с ним запрашивают у нас столики для приватных ужинов, сетапы. Канусан – это ресторан высокой японской кухни в стиле фьюжн. Есть открытые помещения, закрытые, здесь же есть бар. И этот ресторан в 2021 году стал лучшим рестораном, который представляет эту кухню в Индийском океане. Крабшак – это ресторан, который находится на косе. Он предлагает блюда из морепродуктов. И здесь же есть оборудованный участок пляжа. Вот такие модненькие шезлонги. Здесь играет приятная музыка, есть гамачки. И на стороне лагуны, конечно же, классное купание. Meal Club, вот он. Это такой вариант кофейни. Здесь смузи, милкшейки, свежесваренный кофе, мороженое, выпечка. Здесь же есть сувенирный магазинчик. Вот это кафе входит в план питания all-premium. Бич Клаб и Бич Бар – это то место, куда перемещаются гости после ужина для того, чтобы приятно провести время вечернее. Здесь в бассейне у нас плавает русалка. Раз в день она у нас плавает, где-то часов 11-12, общается с детишками. На втором этаже можно покурить кальян. И можно красиво очень задекорировать этот этаж под свадьбы. Спа-комплекс у нас тоже есть, он работает на косметике Natura Bisse, премиальной испанской, и тоже есть все виды массажа, аюрведические процедуры. Там же можно принять парную, есть джакузи, парная джакузи бесплатно абсолютно для всех гостей. Ханифару от нас в 30 минутах на катере, как я уже сказала, для того, чтобы это была интересная прогулка. Гости подходят или через своего батлера передают эту информацию в дайв-центр, что гости хотели бы поплавать со скатами манты, с китовыми акулами. Они записываются на эту экскурсию, оставляют свои контакты. Как только мы получаем от команды сигнал, что мы видим большую стаю мант,
все быстро прыгают в лодку и плывут туда, чтобы это не было плавание такое с одной-двумя особями, чтобы не были зря потрачены деньги. Любые, опять же, рыбалки, экскурсии тоже доступны. По поводу кораллового рифа. Так как мы в Баатоле, то по живности у нас все хорошо. У нас можно встретить различных рыб, различных цветов, размеров. Есть акулки, есть скаты тоже. Вот, то есть по живности у нас все достаточно хорошо. По цветному рифу все достаточно плохо, потому что риф в основном у нас пострадавший, и мы активно занимаемся, видите, мы сажаем рифовые вот эти сады, мы активно занимаемся его восстановлением, но это все не быстрая такая история. Есть у нас, конечно, некоторые такие яркие пятна, как раз в районе там 223 виллы, как я вам уже сказала. Но в целом ожидать от нашего рифа прям такого вау-эффекта не нужно. Если, опять же, у вас профессиональные снорклеры, мы вывезем на интересный риф атолла. Для приватных ужинов у нас есть традиционные варианты на песочке и есть вот такой интересный вариант на водичке. Это такая платформа, она может принять на себя там 7-8 человек. На снорклинг вывоз за деньги, конечно, да, потому что это уже катер, это уже мотор. Вот, такая платформа для наблюдения за закатом. 7-8 человек или 2 человека, пожалуйста, можно приватные ужины здесь делать. Вот там коса. Туда закатывается солнце, когда закат, коса вообще становится совершенно белоснежной, очень-очень красивой. Обслуживание с воды и свой шеф-повар и батлер. Бич Бабл номер находится на втором острове. Сейчас он закрыт. До декабря мы его не предлагаем, не продаем, потому что, как я уже сказала, на третьем острове, а он уже прямо вот здесь, идет строительство, и стройка подобралась прям буквально уже ко второму острову. Поэтому, чтобы не нарушать приватность, а это главное условие проведения ночи в бич-бабле в прозрачном, да, мы его сейчас не сдаем. Не сдаем, не предлагаем. Забудьте пока про него на время до следующего года. Стивен говорит, что до декабря, но, скорее всего, наверное, до весны. Вот, про него расскажу. Все равно это сейчас гостиная и спальня, и ванна. Гости приезжают сюда к 6 часам вечера, когда спадает жара. Батлер кормит их ужином барбекю и оставляет их. Гости здесь остаются наедине с собой, с островом. На острове больше никого, кроме них, нет. Как угодно они там проводят свое время. Там есть Wi-Fi, там телескоп, звуковая колонка Marshall. Все удобства как раз вот здесь. Вот. И батлер только на следующий день накроет им на стороне рассветной завтрак. Там будет другой сетап. По спорту у нас есть закрытая гольф-студия, очень хороший вариант на период затяжных дождей, когда хочется физической активности. Вот, есть мультикорт, который можно использовать по-разному, футбол, волейбол, баскетбол, как угодно, и теннисный корт. Теннисный корт, все, кроме инструктора, бесплатно, оборудование и аренда. Есть вот такой зал с очень хорошим оборудованием, с хорошими тренажерами, и он видовой, то есть тут стенки нет, можно смотреть на лагуну. В лагуне у нас есть аквапарк, поверьте, когда там бесятся дети и взрослые, там есть на что посмотреть. Вот, есть падл-теннис. Как раз рядом с этим участком, там рядом с центром водных видов спорта, есть такой отдельный участок, там можно поиграть в шахматы огромные напольные, можно поиграть в, как называется эта игра, когда мячики кидают. Господи, вылетело из головы. В общем, там есть различные варианты игр. Есть такая площадка, лазилка для детей. Там совсем не скучно. И есть такой вот оборудованный участочек пляжа как раз перед веткой водных вилл. Снорклить мы не снорклим в лагуне, потому что рифа там нет. Там есть один интересный участок. Если гости захотят, могут спросить наших дайверов, они им покажут. Но в основном мы там не снорклим, потому что там находятся все катера, и, в принципе, это тоже небезопасно. Детский клуб. Детский клуб тоже большой, тоже достойный, где-то в районе 100 активностей, но русскоговорящий сотрудник только один. Это девушка-практикант, она у нас периодически меняется.
Вот, есть бассейн, есть такой навес над бассейном, который защищает от солнца, есть различные мастер-классы, арт-студия, гончарная мастерская. Сюда же можно прийти взрослым тоже порисовать, потому что у нас художник очень хороший. Есть игровая комната, есть комната костюмерная, гримерная для девочек, и есть спальня, то есть здесь малышам тоже отдохнуть можно. Если родители остаются в бич-бабл, и у ребенка больше никого нет из родственников, то ребенок отправляется у нас ночевать как раз в детскую комнату с няней под мультики, песенки, он там засыпает. Няня стоит $25 в сутки, в час. Сейчас мы планируем открыть в октябре уже такой вот лаунж для тинейджеров. Тинейджеры, им скучновато в детском клубе. И сейчас у них из развлечений только фактически аквапарк, который в лагуне, и они могут брать мастер-класс у наших цирковых артистов, но им тоже нужно свое пространство, поэтому мы вот рядом с детским клубом открываем клуб для тинейджеров. Тут все будет серьезно, дом мод, ювелирная мастерская, обсерватория, то есть у них тут будут свои игры, свои затеи. Дотхе быстренько рассказываю, потому что про него, собственно, пока не так много можно рассказать. Новый бренд, премиальный бренд, называется не Финалю, именно для того, чтобы немножко отделить от Финалю. Финалю яркий, праздничный, универсальный остров, праздник там и так далее, а Дотхе тихий, спокойный, рассчитанный совсем на другую публику, да, на публику более состоятельную, которая такая немножко уже устала от жизни, поездила по разным премиальным резортам, хочет как-то поменять впечатление. Вот. Мы предлагаем этим гостям оставить все, что они знали от премиального отдыха, за скобками, поставить на этом точку и отсюда получать какие-то новые впечатления от премиального отдыха. По сути, это тоже такие два острова, четвертый и третий. На четвертом острове будут открыты 7 вилл. В декабре будет открыта первая вилла для того, чтобы уже можно было показать, продемонстрировать ее рынку. Вот это как раз. Вот. И весь остров мы планируем открыть к Пасхе 2025 года. Спешим очень. Этот остров будет называться Самвеа. И четвертый остров, он будет совсем такой частный. Здесь будет стоять огромная президентская вилла. Он вот называется Наухия. У этих двух островов будет свой фитнес-центр, свой спа-салон, бар, ресторан, свой arrival jetty. Если гости этого острова захотят вечерних активностей, то они спокойно на своей лодочке Дони или на своем катере смогут плавать в Финалю. Гости Финалю сюда уже не попадают, конечно же. Ну и так как это, опять же, острова на косе, то со стороны лагуны у нас классное купание в лагуне, поэтому с этой стороны у нас находится пляжная часть вилл. И на стороне океана водная часть вилл. Это две части одной виллы. Видите? Водная и пляжная. Они соединяются вот таким бассейном. Бассейн 45 метров, но Стивен меня тут поправил, сказал, что некоторые виллы будут с бассейном 61 метр. Видимо, в процессе строительства как-то происходят какие-то изменения. Стартовая категория здесь 1300 квадратов. И две виллы будут 1400 квадратных метров. Вот она, водная часть. Видите, бассейн проходит по второму уровню, дальше водопадом падает на первый этаж. И вот это вот тоже водная часть. И это пляжная часть на стороне лагуны. Гостиная. Немножко пробежимся по интерьерам. Спальня. Ванная закрытая-открытая. И президентская вилла, она вот такая, 2300. Там же еще будет одна водная вилла, по-моему. Да, 1,2. Угу, тоже с бассейном. Просто презентация новая, еще не подготовила ее полностью. 15 метров на 4,5. Такая вот. Классная вилла, огромная, она фактически как дворец, видите? Зона гостиной открытая. Очень много воды, очень много природы. И видите, сдержанные интерьеры. То есть тоже интерьером занимается Муза Лаб, которая делала
дизайн Финалю, но здесь цвета, конечно, совершенно другие, более такие элегантные, нет пестроты и яркости такой, сдержанной, да? Вот открытая часть. А, в общем-то, не буду очень подробно останавливаться на интерьерах, лучше вы потом сами их полистаете, посмотрите. Это Arrival Jetty, это Welcome, бар, ресторан, тренажерный зал, спа. Вот. Кому-то эти виллы уже напоминают Джоали, но это не мудрено. У нас уже год новый GM в Финалю. Он из Джоали как раз. Он открывал Джоали Бин. Его зовут Стивен Филлипс. Вот, поэтому он нас здорово очень подтянул по сервису. У нас есть сейчас русскоговорящие батлеры. У нас директор гостевого сервиса Элина, она из Казани, и она будет директором гостевого сервиса в Дотхе. Сейчас мы ждем новую девушку на ее место, она будет тоже русскоговорящей, так что я надеюсь, что всем нашим гостям, всем нашим агентам будет очень комфортно работать и просить хорошие виллы для нашего рынка. Вот, это, собственно, все, что я вам хотела сегодня рассказать. Немножко опять не уложилась во время, но зато я, по-моему, провела самую подробную презентацию за все время проведения презентаций моих. Вот, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Лилит. Татьяна, спасибо вам большое. Я вижу, что вопросов нет. Все подробно рассказали, показали. Да, есть хотя бы кто-нибудь еще? Да, конечно. Я вот хотела агенту, да, поблагодарить. Остались с нами до конца. Спасибо. На самом деле мы уложились за час. Вы рассказали про отели, поэтому замечательно. Спасибо вам большое. В любом случае, коллеги, мы запись сохраним. Наталья, у вас есть вопросы? А, ли вы... Нет, все, я поняла. Спасибо вам большое. Да. Вебинары мы сохраним. У нас есть YouTube-канал. Собственно, все наши вебинары можно будет послушать, найти на канале. Ну и мы с вами остаемся на связи, в общем, по всем вопросам. Татьяна, еще раз вам большое спасибо. Было очень интересно. Второй раз слушаю ваш вебинар. Все так же, да, интересно и... все равно что-то новое для себя подчеркиваю. Я думаю, что агенты в том числе. Все, тогда мы прощаемся. До новых встреч, дорогие агенты. До свидания. Спасибо вам большое. Хороших вам продаж. И мы очень-очень ждем ваших клиентов. Будем их любить. И они обязательно будут у вас возвратные. Спасибо вам большое. С днем счастливого человека. Точно. До свидания. Спасибо. До свидания.